Сегодня же Олег Николаев встретился с депутатом Государственной Думы России, председателем Комитета по финансовому рынку Анатолием Аксаковым. Кроме формирования нового правительства, важно понять, какие совещательные органы необходимы при кабинете министров, отметил Олег Николаев. У каждого из них свои функции, но в приоритете должен быть экономический блок. И в этом плане временно исполняющий обязанности главы рассчитывает на поддержку своих коллег-депутатов. Надо продолжить работу в федеральных министерствах и ведомствах. Речь идет о корректировке, а то и новой разработке дорожных карт по основным направлениям работы. Надо бы иметь такую структуру, которая бы объединила разных лиц и из правительства, и из, может быть, муниципалитетов, от бизнеса, от экспертов, для того, чтобы общими, скажем так, мозгами посмотреть то, что наработано в предыдущем правительстве, подправить, определить цели и к этим целям вместе двигаться. Представители крупного бизнеса, они очень положительно воспринимают и готовы участвовать в такой форме, потому что, говорят, это было бы здорово, с тем, чтобы на самом деле вместе вырабатывать вот, подходы вообще к реализации экономической политики. Да. Стороны обсудили грядущий юбилей научно-производственного комплекса «Элара». Это одно из известных в стране предприятий оборонной отрасли. Здесь идет диверсификация производства. На 50-летие ожидается немало гостей, в том числе из профильного министерства.